Алися. Привет. Снова твоя драгоценнейшая коробочка. Из золота. Что в этот раз у нас в этой золотой коробочке лежит? Я вам не скажу. Что там? А ну-ка показывай. Вот так, клоун. Какая-то еще рыбка. Так. Еще какая-то рыбка и еще какая-то рыбка. Они называются робофиш. Робофиши. У нас здесь целое семейство. Да, у меня есть одна такая. Робофишей. Роба рыбок таких. Оранжевая, зеленая, розовая и голубая. И Патрисия даже знает имена, названия некоторых этих рыбок. Только этой. Только этой, как ее зовут? Рыбка-клоун. Да, эти рыбки, они должны плавать в воде, да? Вот. Она включилась, вот здесь есть кнопочка. Знаете, что один раз я хотела ее посмотреть, я ее повернула, и она тоже включилась. Да ты что? Вот здесь есть действительно кнопочка такая. Я нечаянно ее нажал, и хвостик ее заработал. Так, теперь у нас вот здесь снова, да. И у нас здесь есть вот такой вот рисунок, и здесь показывается, куда вставлять батарейку, что действительно ее можно пускать вот в такой вот аквариум. Как у нас есть аквариум. Да. Ну что, откроем наших рыбок? Да. Сначала мою самую знакомую. Сначала твою самую знакомую. Открывай их. Я тебе пока что подставлю аквариум. Очень даже легко. Ну, почти. У меня уже есть батарейки, но это на всякий случай. Это запасные батарейки. Всегда в оба фиши есть вот такие запасные батареечки маленькие. Угу. И вот. А может быть построить здесь замки? Давай мы сперва всех их откроем, а я пока что посмотрю сблизи, что же это за робофиши такие. Вот такие вот, вот рыбки. Вот такие вот красивые рыбочки с кнопочкой. С двух сторон кнопочка. И такой вот хвостик, который направляет рыбку в воде, да? Она двигается, этот робот. А еще и можно отцеплять этот хвостик. Ага, еще и хвостик отцепляется. Ну-ка, о, действительно. Но ничего страшного не будет. Вот, смотрите, как вот, можно лечь. И обратно одевается. А вы знаете, что можно его одевать как хочешь, если получится, конечно. Так ты тех рыбок, которые ты открыла, ты можешь уже сразу запускать. Давай мы положим, подвинем сюда этот аквариум. Запускай своих любимых красивых рыбок. Вау, какая прелесть. Держи, пожалуйста, батарейки. Что это, они там застряли, врезались? Да. Ого! Вот это они плавают. Все, а что это с ними такое? Не знаю, они что-то стали. А, они, наверное, знакомятся. Наверное. Точно. Приведи сюда. Или у них хвостики неправильно одеты. Неправильно одеты? Мы что, неправильно одели? А вы знаете, что это... О, поплыла. Смотрите, у этой рыбки ярче хвостик. Розовый, клади ее в воду. Зеленая осталась. Вау! Сейчас вот это друг. Красота! Смотри! Сейчас придет друг. Чей друг? Их нет друг. Какого цвета этот друг? Зеленого? Зеленого с синим. Вот смотрите, что эти кнопочки делают. Замечательно. Вы что, уже там все столкнулись? Как зомби. Плавайте где хотите. Что это с ними? Может быть, им мало места просто? Да. А может быть, им просто не хватает замка какого-нибудь, среди которых они будут плавать? Да.
Ты знаешь что? Я приготовила тебе здесь сухой песок. Да, который мы очень давно открывали. Да. И можно построить там замок. Да, я сама открою. Держи. Если я все этими мокрыми руками буду делать. Да, потому что оно не мокнет, этот песок. А ну-ка, давай построим красивый замок нашим рыбкам. Вот, рыбки даже, смотри, остановились и смотрят, что же там им строят, что за замок у них будет такой красивый. Получается? Да. У тебя получаются какие-то коралловые рифы. Давай мы сделаем тоже кораллы. Ну вот ты делаешь кораллы, смотри, какие у тебя кораллы получились. Обожаю кораллы. Прикольно, посмотри, там целое прям красное море с коралловыми рифами, с рыбками цветными. Ой. И с руками девочки Патрисии. Зачем ты схватила меня? Что ты со мной делаешь? Посмотрите на эту девочку, она схватила рыбку, меня, и мне больно. Что ты делаешь, девочка? Стой, у нее весь хвостик, вытащи пожалуйста. Проплоскай в воде, Патрисия. У тебя все в песке уже. Мы все в песке. Ну давай, знаешь, что мы сделаем? Мы вытащим их. Да. Вытащим, я сейчас принесу тебе большую коробочку. Эй, этот аквариум мы положим в сторонку. Сейчас. Возьмем большую коробочку с нашим скатом, которого мы растили, с нашими огромными орбизами. И положим, поместим туда наших рыбок. Хочешь? Да. Давай. Вот она! Коробка огромная. Вот они плавают там орбизы. И один у нас лопнул. Один лопнул. Вот этот сиреневый огромный орбиз. Да, там остальные есть еще. И этот наш огромный-преогромный скат. Вот я тебе поставил нашу предыдущую коробочку с нашим скатом. Здесь нашим рыбкам будет просто много-премного места. А орбизы и скат может быть? Давай попробуем, я думаю, что не будет мешать. Давай попробуем. Я хочу попробовать. Да со всеми пробуй, сразу всех пускай. Они же семья. Вы готовы? Вау, ты вот смотри, видишь, как они здесь плавают хорошо? Или они поначалу сперва так плавают? Смотри, странные какие-то рыбки. Они сперва хвостиком хорошо дрыгают, а потом перестают дрыгать. Что же такое, а? Я думаю, до песка это. А до песка что с ними было? Не знаю. Странненькие. До песка они, наверное, просто вот так сталкивались и в уголки вот это. Смотри, вот она не плывет, а потом поплыла. А может быть у них такой цикл? Да, может. Я понял, может быть у них цикл такой. Вот здесь нигде не написано на коробочке. Более. Не написано. Да, знаете, что в моей предыдущей рыбке тоже так было? А, да, она плывет, потом перестает плыть? Да, и плывет дальше. Рыбки, идите посмотрите, какую я жемчужину нашел вам, это сиреневую. Это не жемчужина. Смотрите, сейчас приплывет скат. Вот, я выплыл. Да, и он сейчас вас всех съест. Вы знаете, что скат любит охотиться на рыбок. Я вас всех съем, проглочу. Нет, пап, это как бы тарелочка. Да нет.
А, это дружеский такой скат, он будет перевозить с одного места на другое. Тык-т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 ык. И потом плывем. Кто-то бросает на них бомбы. Вот это да. А ну-ка, смотри, ты помнишь, это тот орбис, который ты резала? Да. А вот это орбисы, которые лопнули. Вот он желтый. Смотри, как он лопнул ровно. Почему? Ну, ровно так. Не, как мармелад. Ой. Вы так. Чё в кучку собрались? Вот еще половинка этого орбита. Давай, смотри, он не очень... Вот его прям хочется ровно загрызть. Смотри, вот здесь как бы ровно, вот здесь как бы ровно, а дальше не ровно как-то. Смотри, через него все видно. Да. И видно через мой, рыбок. И через мой видно. Видно даже. Ой, папа, смотри, смотри. Иди посмотри на рыбку. Смотри, огромная рыбка. Да. Вот, смотри. Смотри, какая у меня жемчужина драгоценная. А смотри, прозрачный какая у меня жемчужина. Синий смотри, шар. Смотри, какая у меня жемчужина. Вау. А я подумала, что это розовый так лопнул. Розовый это тот, который ты резала. Я просто его не помню в такой форме. Я, а где наши трэш-пики? А вот еще зеленый. Вот этот зеленый, он самый прикольный. Да, он самый красивый. Он самый красивый. Он такой, как будто прозрачный. Но по форме, но по форме это самый красивый. Половинка? Да. Почему? Потому что, смотри. Ой, его почти не видно. Да, он прозрачный. Вот эти тоже, вот смотри. Вот он. Кто? Вот здесь и есть вот такой вот шар. Смотри, я его держу, и его почти что не видно. Да, вот. А вытаскиваю, вот он. Вот зеленый тоже. Зеленый, смотри. Кладу воду, его почти что не видно. Вытаскиваю, видно. Вытаскиваю, видно? О, совсем не видно. Смотрите. О, представьте, что я ничего не держу у себя в руках. Опускаешь. Нету. Поднимаешь шар. Опускаешь, вот так вот прозрачное что-то там, зеленое пятно. Поднимаешь, опа, орбис. Опускаешь, поднимаешь, опускаешь, поднимаешь. Вот желтый тоже плохо видно. Вот желтый. Опускаешь, не видно почти что. А вот розовый вообще не видно. Сиреневый лучше всего видно. Вот сиреневый. А знаешь, что конечно, это... не так, как на суше. Смотри, вот это икра розовой рыбки. Так. А, есть еще маленькие орбизы, действительно, да. Это икринки, да? Это икра синей. Икра синей рыбки, да. Тик. Это икринка. А это икринка зеленой. А это икринка какой? Розовой. А вот это что? Это уже что? После икринки у нас вылупились такие вот детишки вот, наших да. рыбок. А вот я вот пытаюсь ловить оранжевый как-то. Вот. А это икринки этой рыбки. Рыбки, вам вот такие смотри. Тапочки нужны? У меня есть такие тапочки нет, для вас. Смотри, вот это огромная икра ее. Это что? Это ее огромная икра. Вот это да! Вот это рыба-клоун у тебя. Тебя нет. Вот ее икра огроменная, а вот ее икра огромная. Вот это у них вылупится детки, больше них самих. Нет, там детки они маленькие, просто их сотен, там их просто много. Ла-ла-ла-ла-ла. Я хочу ее взять этими орбизами. Она уплывает, она говорит, я просто так тебе не дамся в руки. Все, стоит. Словила я рыбу, словила. Ну хорошо, Патричка, ты тогда продолжай играться со своими робо-рыбками. У тебя теперь есть роботы такие крутые рыбки. Эй. Прикольно, смотри, целое семейство. Почему нет? Смотри, то дядя, то тетя, тот племянник. Нет, а это папа и мама. Это папа и мама.
Ну, два семейства. Ну, да. Можно так сказать. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Бай-бай-бай-бай. И ставьте пальцы вверх. Лайк. Рыбак.